Рубрика «Золотая серия» представляет комедию Леонида Гайдая «Кавказская пленница» или «Новые приключения Шурика». Что это? Тебе нужен тост? Да. А тост без вина – это все равно, что брачная ночь без невесты. Так выпьем же за кибернетиков! Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо очень, совсем без жены. Гораздо лучше с любой стороны. Смотрите на канале ОРТ. Шин Бин в фильме «Приключения королевского стрелка Шарпа». Испания, 19 век. Английский офицер Ричард Шарп и его бесстрашный отряд противостоят французским войскам. Иногда кажется, что спасения нет, но удача сопутствует храбрым. Отчаянные сражения, захватывающие приключения и страстная любовь. Приключения Шарпа продолжаются. Мона Лиза. Боб Хоскинс в криминальной драме «Мона Лиза». Встав на защиту любви, герой оказывается лицом к лицу со страшным миром лондонского дна, миром, не знающим жалости. В реальном мире нет места мечте, и справедливость торжествует далеко не всегда. Смотрите на нашем канале классику английского кинематографа, фильм «Мона Лиза». Семь дней спорта, 5 минут 3-го. Ставка больше, чем жизнь. В 2:35. Смотрите 16-й фильм «Операция «Дубовый лист». Польский разведчик Ян Калицкий успешно действует на оккупированной немцами территории под именем Ганс Клосс. Работает в немецкой разведке, выполняет различные рискованные задания. В главной роли Станислав Микульский.
1 ноября на канале ОРТ «Футбол». Самый популярный турнир клубных команд Европы – Лига чемпионов. Лидер группы «Б» московский «Спартак» в столичных Лужниках встречается с норвежским «Русенборгом». Прямая трансляция начнется в 20 часов 20 минут. Рубрика «Золотая серия» представляет комедию Леонида Гайдая «Кавказская пленница» или «Новые приключения Шурика». Что это? Тебе нужен тост? Да. А тост без вина – это все равно, что брачная ночь без невесты. Так выпьем же за кибернетиков! Если б я был султан... Был бы холостой, неплохо очень, совсем без жены, гораздо лучше с любой стороны. Смотрите на канале ОРТ. Шин Бин в фильме «Приключения королевского стрелка Шарпа». Испания, 19 век. Английский офицер Ричард Шарп и его бесстрашный отряд противостоят французским войскам. Иногда кажется, что спасения нет, но удача сопутствует храбрым. Отчаянные сражения, захватывающие приключения и страстная любовь. Приключения Шарпа продолжаются. Мона Лиза. Боб Хоскинс в криминальной драме «Мона Лиза». Встав на защиту любви, герой оказывается лицом к лицу со страшным миром лондонского дна. Миром, не знающим жалости. В реальном мире нет места мечте, и справедливость торжествует далеко не всегда. Смотрите на нашем канале классику английского кинематографа фильм «Мона Лиза».